coffee cups and cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away, some other place. Привет, с вами, как всегда, я, Ксюша, и сегодня я снимаю не обычное видео, а совместное с двумя прикольными девчонками, Маргаритой и Ксенией, которые живут в Швейцарии. Канал девочек называется «Сестрички Лайф». Здесь вы можете найти много интересного, пародии на клипы, путешествия, конкурсы, DIY и советы для школы. Ссылку на канал девочек я оставлю внизу в описании под видео. Тема нашего сегодняшнего видео – простые идеи к школе. Я вам покажу, как делать бюджетные DIY, а сестрички Лайф покажут 10 простых причесок к школе. Поэтому, как посмотрите мое видео, не забудьте перейти на канал девочек. Ссылки будут в описании. Для начала я хочу вам предложить сделать вот такую вот флешку губы. Обычную флешку и спонжик для лица, который купила в Модисе буквально за копейки. Ножом делаем отверстие в спонжике и вставляем туда флешку. Чтобы флешка хорошо держалась и не выпадала, смазываем ее любым суперклеем или горячим клеем. Теперь берем лак для ногтей, я взяла с блестками, и покрываем им спонжик. Закрепляем все бесцветным лаком для ногтей. Наша флешка готова. Теперь я предлагаю сделать вот такие вот классные закладочки. Для закладочек я также взяла спонжик. Из цветного картона вырезаем полоску шириной 2 сантиметра, разрезаем и склеиваем две части. Картонные полосочки нужно прикрепить к спонжикам. В спонжиках делаем надрезы и вклеиваем туда картонные полоски. Лаком для ногтей красим сердечки. Я одно сделала розовым, второе бордовым. Закрепляем результат бесцветным лаком для ногтей. В
наши закладочки готовы. А теперь сделаем вот такие вот простые ажурные блокнотики. Для блокнотиков мне понадобятся листочки для заметок. Дыроколом прокалываем листочки, и чтобы они не распались и не сдвинулись, скрепляем их. Обводим кружку или что-нибудь круглое. Можно использовать циркуль. Берем по несколько листочков и вырезаем круг. Вырезанные листочки откладываем в сторону. Обводим вырезанную окружность. Вырезанные листочки открепляем и так повторяем, пока все листочки не закончатся. Нацеживаем вырезанные круглые листочки на колечко от старого брелка. Вот наши блокнотики и готовы. Осталось только сделать обложки. Для обложек я взяла ажурные салфетки, которые купила в одноразовой посуде. Я их покрасила краской из баллончика, но можно использовать обычную гуашь, акриловые краски или лак для ногтей. Когда салфетки подсохнут, приклеиваем их с двух сторон блокнотика. На месте кольца салфетку подрезаем и подклеиваем, чтобы не торчало. Готовы маленькие блокнотики для записи формул, правил и определений. Не забудьте подписаться на мой канал, а также заглянуть на канал Сестричек Лайф и посмотреть, какие простые идеи для школы приготовили для вас Маргарита и Ксюша. А с вами была Ксюша. Всем пока-пока!